Дорогие друзья, 74 года назад наш народ ценой огромных жертв освободил и Украину, и всю Европу от нацизма. 4 года наши деды и прадеды сражались с врагом, который хотел лишить нас будущего. Теперь 5 лет уже мы боремся с теми, кто хочет лишить наших детей памяти о настоящих героях. В нас течет кровь победителей. Победили они, победим и мы. За нашу победу с 9 мая!